Россия всегда выступала за мирное разрешение Карабахского конфликта с учетом интересов всех сторон. Об этом заявил в интервью российской газете заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев. По его словам, суть российских предложений сводилась к разумному компромиссу постепенного возврата территорий при содействии международных миротворцев и необходимости отказа от реализации силового сценария. В 2016 году МИД России представил концепцию о поэтапном урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Последняя редакция документа была передана сторонам в июне 2019 года сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Этот план, отметил Нургалиев, предполагал преемственность принципов, заложенных в Мадридском и Казанском документах. Его основные шаги предусматривали возвращение Азербайджану на первом этапе 5 оккупированных районов после развертывания международных миротворческих сил. При этом предусматривалось предоставление Нагорному Карабаху прав на формирование органов власти и сил самообороны. Прекращалась его блокада со стороны Азербайджана и восстанавливались торгово-экономические отношения, сказал замсекретаря Совбеза. На втором этапе планировалось осуществить передачу оставшихся двух районов в увязке с определением правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения референдума в соответствии с международными нормами. При этом предполагалось, что с согласия сторон будет оставлен коридор в Лачинском районе для транспортного сообщения Нагорного Карабаха с Арменией. Эти предложения являлись центральной темой переговорного процесса, в котором участвовали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и лидеры Армении и Азербайджана, добавил Рашид Нургалиев. Он также отметил, что прямой диалог Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не прекращался вплоть до 2020 года, но, к сожалению, полного согласия сторон достичь не удалось.